Сейчас проверим. Это у нас домашнее задание. Давайте мы не будем, я вас листочек не буду собирать, мы просто с вами посмотрим ответные вопросы. Да? По горизонтали струнный, кого инструмент, установленный Василием Андреевым и любимый инструмент скомороха. Давай, Кирилл. Это у нас дома, все так получилось, да? Да. Дальше музыкальный инструмент певца сказителя баяна. Гусли, дальше. Инструмент, который изменил дух, кто инструмент полностью. Духовой пастуший инструмент. Хорошо. Да? Русская многострунная флейта. Кугикла. И шумовой инструмент сторожа. Это духовой инструмент, похожий тембром на дозвон. Залейка. Ну, самый простой вопрос. И столовый прибор, и музыкальный инструмент. Смычковый инструмент. Старинный русский. Удобный. И инструмент, который выполнял быту роль у тебя. Рубили. И вот так у нас выглядит данный ответ. Духовой инструмент. Тут картина называется «Мальчик Жилит». Это тоже картина. И самый первый у нас инструмент свистелка. Давай дальше. Давайте вспомним еще с вами, как она звучит немножечко. Нет, ты не выходи, а просто можешь встать и... птичек, собачек и фантастических животных. Если форма свистульки сложная, то можно сделать сначала свисток, а затем присоединить остальную часть. Хорошо, ну так точно. Дальше жилейка. Давайте тоже вспомним, как бы... Вот у Саши у нас есть свой собственный, она нам сейчас покажет, на нем играет. Посмотрим. Ну, встань, чтобы всем видно было. Я нам все не принесла. Так интересно, да? И мы с вами не случайно сейчас про этот инструмент сказали, потому что у нас сейчас будет звучать музыка, которая называется «Варган с косой». То есть используется в качестве... Вступление, один инструмент варган звучащий, а дальше начинается еще отбивать косу, громкие такие звуки шумные, и мы с вами попробуем им тоже поаккомпанировать. Так, у кого у нас коробочка большая? Саша, значит, ты помнишь, да? Давай тогда ты начинаешь. Раз. Мы сначала просто слушаем вступление. А потом пошумим, хорошо, да? Давайте послушаем, а потом опять стучим.
наступало веселое время масляной недели. Помните, что масленицу по-разному называют. Масленица разгуляй, масленица веселуха. Еще есть пословица, не все как у масленицы, но это великий пост. И вот масленичные гуляния обычно, что в это время происходило, мы все это здесь видим, да, это катание с горы, огненные колеса тоже с горы спускали, горящие, что дали? Опять-таки огненные гуляния. Масленичные, просто масленичные, без какого гуляния. Вот, а там они были разные тоже по жанрам. Вначале масленицы обычно пели более веселые, зазывали масленицы в себе. Ну и, конечно, пекли блины, потому что блин – это символ солнца, круглый, горячий, румяный. И поэтому этими блинами всех угощали. Вот мы сейчас с вами послушаем такую вот песню, которая называется «А мы масленицу дожидаем». И в конце масленицы пелись обычно песни более печальные. «Прости, прощай, наша масленица». Почему? Потому что вслед за этим начиналось время Великого Поста. Ну, это уже, конечно, христианская традиция. Вот. Но и языческая традиция была какая? Сжигание чучела масленицы обязательно в последний день. Мы сейчас с вами послушаем такую вот песню, связанную с прощанием с масленицей. Потому что в это время могли появляться и всякие лешие, русалки, свел цветок папоротника. И обряды в этот день были связаны с водой, с огнем. Начинали купаться в водоемах, обязательно жгли костры, водили вокруг них хороводы и даже корабль через костер, ну, молодежь, парни и девушки. И вот поскольку сама эта ночь такая таинственная, фантастическая, да, с возможными какими-то волшебными событиями, то и песни, которые поют на Иван Купал, они тоже такие таинственные. Немножко заумные. Мы сейчас с вами послушаем такую купальщицу. Своим чередом, и наступало наконец время, когда можно было собрать урожай. Первый сноп обычно наряжали, перевязывали его в виде куклы, наряжали платье или сарафан и ставили в избу в красный угол. А вот, конечно, в это время было не очень-то до песен, да, потому что страдает это такое время, когда нужно быстро собрать хлеб, чтобы зерно не осыпалось, и поэтому было вроде бы не до песен. Но тем не менее, жениться они тоже пели свои песни, которые получили название «Жнивные». И вот эти песни, как у нас замечал один исследователь русского фольклора, они обычно очень ласковые, от них пахнет свежемолотыми колосьями, пахнет этим зерном теплым днем, летним. И вот такую «Жнивную» песню мы сейчас с вами тоже послушаем. Thank you.
наступала осень, а с осенью наступали новые праздники, осенины, которые часто сопровождались этими шуточными обрядами, похороны мух, например, такой вот известный шуточный обряд. А дальше дни становились все короче, да, ночи все длиннее, девушки собирались иногда в доме одной и той же, занимались там падением, пряли, ткали, шили, вот, и пели тоже в это время. Эти песни, конечно, нельзя назвать чистым виде календарные, это обычно были протяжные песни, мы с вами в следующий раз поговорим. Вот. А дальше начиналась опять зима, снова новый календарный год, наступали опять святки. Итак, значит, мы сейчас с вами запишем домашнее задание, а потом, чтобы все еще раз вспомнить все наши календарные песни, посмотрим, где он. Мина, 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 мина
Закончим сегодня.